Микки МСИ. Ну-ка, фас, ну-ка, фас, фэнэстима. Весь на пас, как тот раз, хавай сына. Жаль на газ до отказа, парень, это мой стиль. Я день дура, как вам, напросился в гости. Этот бэтл тащит, этот бэтл тащит. Этот бэтл тащит, тащит прямо вообще. Этот бэтл тащит, этот бэтл тащит. Этот бэтл тащит, тащит прямо вообще. Узнаешь, это же я. Чё? Первый раз видишь? Тогда прошу прощения. Ты не читаешь, кстати, парень, книги про Онегина. Знакомься, я Вистайл, а его зовут Евгения. Выходим на паре, исключительно паре. И как и все дунжуаны, мы как обычно шикарны. В кармане мелочью сотка, мы позитивно настроены. Нас двое, мы на шарме, безбашены и не скромны. Все биксы наши, не веришь, братуля? Пряжки есть закурить? Чё? Мы не курим. Кошельно выглядите, любите поэзию Баха. Ну, композитора Баха. Какая Баха, слышь, иди нахуй. Пока я распинался, объясняя всю суть. Чё? Мои руки гуляли, ха, подруги под юбкой. Честно. Чаю губы, ха, я лучше промолчу. Ещё чуть-чуть, ещё чуть-чуть. Итак, как вы поняли, мы пользуемся случаем. Дабы отыскать подруг ещё градости и круче. Особенно, когда мы зависаем у бара. Кто нам мило улыбается, как минимум ползала. Стопикапер, я сразу к дамам топаю. По пути щипая нежно девушек за попу. Одна, две, три. Это о***ел, приятель. Стоп, какой ты мне приятель, без соседок по кровати. Ну-ка, фас, ну-ка, фас, фэн и стима. Весь на пас, как тот раз, хавай сына. Жать на газ до отказа, парень, это мой стиль. Я день дурака, вам напросился в гости. Этот бэтл тащит, этот бэтл тащит. Этот бэтл тащит, тащит прямо вообще. Этот бэтл тащит, этот бэтл тащит. Этот бэтл тащит, тащит прямо вообще.